Друзья, всем привет! Сегодня идем на велорынок. Говорят, там интересно. Не знаю. Значит, о чем я хотел с вами поговорить. Мы вчера были во Франции. Бесплатно проезд. Вот из ЖД вокзала Сарбрюкена. Вы переходите. Сейчас вам покажу. Вы переходите вот на следующую дорогу. Там будет 123 маршрут. Вот на нем до конечной. И вы во Франции. И все это бесплатно. И также назад. Каждые полчаса ездит этот. Кстати, вот он. Вот как раз 123. Вот на нем вы поедете. Там магазин Ашан. Но там ничего не берите. Там что-то как-то цены не очень. А вот чуть дальше Lidl. Там, кстати, креветки по 7,80 килограмм мы вчера взяли. Это уже вареные. Вам только разогреть микроволновочки и все. Свежие, хорошие. Пончики там классные. И эклеры. Ребята, эклеры во Франции просто песня вообще. Это шикардос. Так что всем удачи.